Вот отвечать на каждый из этих вопросов мы невольно четко понимаем, кто мы. При этом трагедия нашего процесса состоит в том, что вроде бы изменилось время, и нам нет необходимости смотреть на мир глазами других людей. И у мира нет необходимости смотреть на нас глазами полномочных. Но тем не менее, именно через нас происходит формирование картины мира. Наверняка есть безумные споры о том, что лучше, бумажная газета или блог, традиционное эфирное телевидение или интернет-телевидение. Мне всегда эти споры будут, потому что на самом деле не играет никакой роли. Чем занимаемся мы? Мы создаем продукт, мы создаем контент. Как он дойдет до человека? Через интернет. Принесут ли мы его листовки и засунут ли мы его в ухо? Покажут ли мы такой эфир по телевидению? Нет, это вопрос 56. Всегда будет мода. Вот была мода на радио. Мода на радио сменится. Как казалось бы, на радио не умер, как радио осталось, просто заняло свою нишу. Вот появилась мода на красивые, толстые газеты с диким количеством святых фотографий. Прошло время, подумали, тоже не очень интересно. Мода определяет всю кроме одного. Того самого важного, что получить материал заставляет человека сопереживать. Если ты можешь набросать энное количество слов, связать их между собой, это не делает тебя журналистом. Это не делает тебя писателем. Если у тебя есть идея, это не значит, что ты умный, не нужно идеалистично. Что должно быть в твоих словах, чтобы вызвать определенную эмоцию? Многим кажется, что как можно важнее, как можно быстрее доставить к столу. Ну хорошо, давайте предположим простейшую ситуацию. Произойдет взрыв. В первую очередь мы сами услышим звук взрыва и скажем, произошел взрыв. И это нам даст понимание, что взорвалось и где. Это нам даст понимание, кто погиб, что разрушено, кто взорвал, какие цели преследовали. Мало того, что кричать «Таракт! Санкт-Петербург!» Оказывается, что это был фейерверк или салют. Быстро не значит точно.